Аким области ознакомилась с жизнедеятельностью областного центра. Несмотря на карантин, в городе в рамках дорожной карты занятости реализуется целый ряд проектов. Благоустраивается проспект Нурсултана Назарбаева. На эти цели выделено 500 миллионов тенге. Работы ведет подрядная компания «Асанасдар». В общей сложности задействовано 180 человек. Планируется создать аллею медработников в районе областной многопрофильной больницы. Активно идет подготовка к отопительному сезону. ТЭЦ реализует 10 проектов. В микрорайоне Шугла обновляется 2671 километр тепловых труб. Среди проектов дорожной карты – ремонт стадиона «Локомотив». В аульном округе Аксуат проводится капитальный ремонт 143-й школы. Развернуты работы по благоустройству аула. Из бюджета на эти цели выделено 462 миллиона тенге. Жол картасын бойынша қандай жұмыстар істеліп жатқанын, атқарылып жатқанын қарап жатырмыз. Сейчас мы знакомимся с проводимой по дорожной карте занятости работой. В городе реализуется 97 проектов, открыто 4300 рабочих мест. В целом работа по всем проектам ведется планово и хорошо.